Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня хочу вас всех поздравить с праздником, с яблочным спасом. Всем пожелать здоровья, счастья, мирного неба. У меня Московская область, если кто не знает. Жара несусветная. И сегодня праздник яблочный спас. Вот я под яблоней стою. Яблоки сыпятся со страшной силой. Воды поливать не хватает. Надо в этот день в яблочный спас заниматься переработкой. Вот набрала падалицы. Ведро, то есть это яблоневый опад. Ведро хороших. И вот ведро плохих, которые пойдут в компост. И сегодня... наверное, будем обрывать яблоки. Видите, какие уже красивые, поспевшие. Надо обрывать. Все вам покажу. Оставайтесь со мной. Решили оборвать яблоню. Уже яблочки поспели, но мелкие. Воды не хватает. Подмосковье жара. Сыпется со страшной силой. Вот, надо их оборвать и в дело. Вот, валяются кругом. Все у меня при деле, у меня не забалуешь, все работают. Кто чего, сегодня еще у нас в колодце насос сломался. Ремонту подлежит. Не который домой качает, у нас там два колодца, а который качает на улицу для полива. Что-то там с ним случилось, но муж уже отремонтировал с зятем. Они у меня мастера в этом деле. Да? Да. Вот так. Отремонтировали. Все отремонтировали. Ну, поехали покупать в магазин. Насосы стоят бешеных денег. Пришлось самый дешевый 6500, самый дорогой 18 тысяч. Есть за 10, за 15. Но, короче, не купили. Решили вытащить его из колодца, поднять, прочистить, отремонтировать. Все, дело пошло. Так, а здесь у меня тоже работники. Работают, без дела не сидят. Перебирают картошку, осталась одна мелочь. Но ничего, мы и мелочь съедим. Как мы сейчас только разговаривали с дочкой в деревне. Мелкую картошку варили поросятам. А мы сами как поросята наварим и будем есть. Крупную выбрали, вот осталась мелочь. Но не стали мы ее дальше продолжать копать. Сейчас я вам покажу, какая у нас картошка засохшая вся. Немножко выкопали. Они перед своим отпуском уехали отдохнуть, а мы тут без них даже не перебрали. Ой, вот такая красота у меня на улице. Надо тоже обрывать и производить в дело. Каждый день работа. Каждый день. Но, говорю уже, так жарко, что ничего делать неохота. Вот вышли утром да вечером. Вот такие еще томатики растут в открытом грунте. Очень урожайные. Прям до земли. Смотрите, какие. И контраст какой. Эти черненькие, ну, они тоже не мелкие. Вот какие хорошие, крупненькие прям висят. А эти оранжевые. О, это мои любимые томаты. Я их каждый год сажаю. Это гибрид. Кистевой. Вот такой черри. Вкусные, обалденные. И очень урожайные. Это я вам хвалюсь. Потом сниму ролик. Следите за моими публикациями. Расскажу, что это за такие, за красивые у меня томатики растут. И перчики. И перчики растут. Срываем, едим. А они снова растут. Спрятался. Вон там красные. И здесь. Вот так. О, какие красивые красотки. Смотрите, сколько много перцев. Ой, надо подвязать. Надо подвязать. Даже не знаю, не помню, какое название. Надо посмотреть. Все записано. Спеют, краснеют. Вот, все надо производить в дело. Все в дело. Смотрите. Вот так.
Ой, сколько много красоты-то какой. Цинии цветут, но им так жарко. А поливать у нас воды не хватает. И в колодце воды мало. Да еще вот я сказала, сегодня совсем насос сломался. В общем, сегодня у нас выходной. Ничего не поливали, не наливали бочки. Сегодня мы тунеядцы. Праздник яблочный спас, поэтому сегодня мы отдыхаем. Ой, помидоры тоже каждый день. Обрываю, закрываю. Сегодня делала томаты в собственном соку. Сейчас дочка нарезала. Джекпот оборвали. Поставили вялить. Делаем соки, заготовки, закрутки, салаты. В общем, делов полно. Каждый день дела. Ну, а что я вам рассказываю? У вас тоже каждый день дела и работы, и заботы. Так что у всех сейчас такой... Как это, летний день год кормит. Чё потопаешь, как мама мне говорила. Чё потопаешь, то и полопаешь. На улице показала, какая красота. А в теплице красота не меньше. Уже обрывали, обрывали, обрывали. Но они вот такие. Вот такие красотки. Смотрите, какая красота. Я прям не могу. Девать только некуда такую красоту. Еще вон доверху. Красота. Красота доверху. До крыши. И вот такая у меня картошка. Вся засохшая. Надо срочно копать картошку. Посмотрите, что творится. Ну, такая жара. Сушь. Дождей нет, что в землю не залезешь, земля как сухарь. Не знаю, что там в ней. Ну, конечно, буду копать. Обязательно вам покажу. Сниму ролик. Вот так. Вот такие у меня еще тут радости. Посмотрите. Как виноград, как мои ребята говорят. Виноград. Это томат-пуговка. Лежит на земле. Мы его подходим. Вон два кустика томата-пуговки. Обрываем. Едим. Но единственное, что хочу сказать, этот томатик не по мне, а кисловат. Урожайный. Вообще невозможно какой усыпенный. Как виноград, но кисловат.